президент Токаев назвал основной причиной январских черных дней колоссальное расслоение общества. «162 человека владеет половиной благосостояния Казахстана, в то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге. Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги, разумеется, прожить практически невозможно. Разрыв между богатыми и бедными попросту достиг недопустимого уровня. На фоне коррупции, на которой вам хорошо известно, предпринимателям это явление действительно хорошо известно. Такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки. Чем воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними заговорщики? Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. Принцип «зарабатываем здесь, тратим там» уже не имеет права на практическое существование. Особое внимание следует обратить на закупки компании фонда «Самрук-Казна». Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены – с этими фактами необходимо срочно разобраться. Уже дальше некуда. Срочно надо разобраться. Даю месяц. Причем в последний раз. Не будет решения, последуют жесткие решения. Я надеюсь, все убедились, что формула «Платон мне друг, но истина дороже» для меня имеет ключевое целевое значение. Люди задаются вопросом, почему все виды бизнеса оказались в одних руках? Чем мы хуже? Есть люди, которые путают Гегеля с Бабелем, не имеют специального образования, но у них огромное количество бизнесов в одних руках. А в то же время люди образованные, окончившие специальные курсы, никак не могут пробиться.